Саш, привет. Здорово. Сегодня не о рэпе, да, сегодня не о рэпе, сегодня о стихах. Супер стихи, проект. Откуда появилась эта идея? Слушай, идея появилась после того, как я понял, что есть очень много талантливых авторов, которые пишут хорошие стихи, но пишут их в стол и не имеют площадки, где они могли бы делиться своим творчеством. Угу. Но получается, что, в принципе, идея у тебя возникла из-за того, что ты сам пишешь стихи? Да, идея возникла из-за того, что к альбому «Почерк» я выпустил небольшой буклетик, да, где там были мои стихи. И сколько уже на протяжении, какого времени ты пишешь? Слушай, я писал давно, потом был долгий перерыв, и вот после «Почерка», после того, как я сделал мелодекламацию «Письмо к женщине» Сергея Есенина, я стал писать снова, и ну, сейчас до сих пор пишу. В каком формате это проходит вообще, встреча? У нас открытое мероприятие, куда может прийти послушать любой желающий. Также любой желающий может выступить. При этом ну, у нас есть группа ВКонтакте, где нужно выложить видео, где ты читаешь свое стихотворение. Я списываюсь с человеком и приглашаю его к нам, и он у нас выступает. Все очень просто, у нас нету цензуры, нету возрастных ограничений, нету, не знаю, там, весовых ограничений. То есть может читать стихи каждый, у нас даже матерятся порой. Да. Хорошо. Суть проекта. То есть то, что всех людей по интересам, а потом в итоге будет ли какой-то буклет, книга или что-то? Мы начинали совместно с Адидасом на Кузнецком мосту в пространстве Суперстар. И первоначально моя задача была еще сделать книгу. Книгу «Суперстихи», где будут опубликованы как раз авторы, которые не издавались. Но так получилось, что у нас там как совсем молодые начинающие, так и, скажем, широко известные в узких кругах чтецы. Мы выпустили эту книгу в ноябре и переехали сейчас в Москве. Мы базируемся в Джойс-баре и хотим выпустить еще одну книгу сейчас, в мае-июне. Я слышу, что «Суперстихи» начали распространяться. Да, мы гастролируем, плюс еще у всех, ну, у молодых ребят, то есть, знаешь, у нас есть ребята, которые вообще никогда не выступали вживьем. И у нас они выступали впервые. Сейчас у нас уже у очень многих ребят вышли выходить свои книжки, есть свои проекты, причем как в Москве, так и в других городах. Да, и также мы дружим с другими проектами, ездим на гастроли. Вот недавно были в Ростове в гостях на литературной гостиной. Катаемся. Гастролируем. Почему тебя подвел? Почему же он меня подвел к этому? Да. Как уже понятно, суперстихии добираются до двери. Это будет Юрлук бар, это будет 31 число. Да, Саша сам лично, да? Приедешь? Да, приеду я, приедет Асоль. Приедут еще наши резиденты. Скажи немножечко ребятам, что нужно им, чтобы попасть на суперстихи. Ты будешь делать группу? Да, я буду делать группу. Друзья, все, что вам нужно, это снять видео, где вы читаете свое стихотворение, выложить это видео в группу, и Эдик потом с вами свяжется и позовет вас на мероприятие, которое состоится 31 числа. Не нужно, главное, ничего бояться. Не бойтесь, просто... Если вы пишете стихи, люди должны это слышать. В общем, супер стихи тебе добрались до Твери, друзья, 31 число, бар Юрлук. Приходите, будет круто, вход бесплатный. Поддержите чтецов на сцене и получите хорошее настроение. Не будет рэпа. Только... 31 марта. Никакого рэпа. No рэп. Только стихи. И панк-рок. Да. Легкая панкуха. Завязывай уже все. Спасибо. Все, спасибо.